Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Савелий Елизаров – гордость семьи. В этом году он с отличием окончил музыкальную школу по классу «Эстрадный вокал». Всего же в семье Фархутдиновых воспитывают сразу 7 детей. 4 из них, в том числе и Савелий, приемные. Всего с 2007 года из этой семьи вышли во взрослую жизнь уже 9 человек. Мы очень рады и сегодняшней встрече, и ежегодно нас вот не забывают и приглашают везде. Мы вообще очень благодарны, и нам мы порадовались сегодня и порадовали и всех своим выступлением, и также посмотрели на других талантливых ребятишек. Талантливые, творческие, жизнерадостные. Эти семьи взяли на себя ответственность за воспитание приемных детей. Сегодня их воспитанники активно участвуют в жизни муниципалитета и края. Поют, играют на музыкальных инструментах, ставят новые спортивные рекорды. Ребят поздравила супруга главы Анапы Надежда Полякова. И хотелось мне поздравить вас в этот день, пожелать вам действительно солнышко, чтобы оно сияло, чтобы вы не сидели дома, не скучали, а провели свои каникулы на наших мероприятиях. Это первое мероприятие, которое открывает целую череду событий, посвященных Дню защиты детей. Как заверили в городской администрации, никто из детей не останется без внимания. Для них на курорте готовят ряд сюрпризов. Это будет музыкальная палитра, которая пройдет в городском театре 1 июня. Детки покажут свои таланты. Это дети детского сада в основном. Те, которые занимаются в различных коллективах. Кроме этого, на городской площади пройдет мероприятие для детей с интерактивными площадками. То есть все дети 1 июня почувствуют тепло и заботу взрослых. В завершение мероприятия Надежда Полякова вручила семьям абонементы на бесплатное посещение кинотеатра, игровых площадок и аттракционов недавно открывшегося в Анапе детского парка. Руслан Душевский, Анапа регион.